приходят по-разному. Узнайте больше о приемной семье в проекте «Хочу к маме» на сайте ufa1.ru. Здравствуйте, меня зовут Люба Светлая. Вы смотрите проект «Хочу к маме», и сегодня я познакомлю вас с Родионом. Привет, Родион! Подарки принесла, яблоки пушистые, персики пушистые, кушать-то чистые, уши принесла. Родион, мальчику 4 года, мальчик очень активный, любит играть в подвижные игры, особенно ему нравится игра с мячиком. Футбол – это его очень любимая игра, также любит играть в догонялки. Со взрослыми и с детьми он доброжелательный. Мальчик полностью себя обслуживает, сам кушает, одевается, раздевается и ждет, очень ждет свою маму и папу. Дети в семью приходят по-разному. Узнайте больше о приемной семье в проекте «Хочу к маме» на сайте ufa1.ru.